Правительство Чувашии провело товарищеский матч по хоккею с командой Республиканского онкологического диспансера. Кто чаще поражал ворота соперника, в нашем материале. Затащить коньки перед самым выходом на лед, обсудить с напарниками игровую тактику. На скамейке команды правительства республики последние приготовления. Сегодняшний соперник – команда молодая. Сборная онкодиспансера появилась год назад, но на борьбу настроена серьезно. Острые моменты с первых минут. Открыли счет игроки-медики. Спустя несколько минут увеличили преимущество. Мы под станцией скорой медицинской помощи города Новочебоксарск. Болеем за онкодиспансер. Команды подготовлены, играют хорошо. Но онкодиспансер все-таки лучше играет. В первый игровой отрезок команда правительства Чувашии сумела сократить отставание. Шайбу забросил председатель правительства Иван Моторин. До перерыва счет 2-1 сохранить не удалось. Нападающий команды онкодиспансера вышел 1-1 с вратарем противника и не оставил ему шанса. Я на все хожу, на любительские, если могу, но на свои, на хоккейный клуб Чебоксарск хожу всегда. А сегодня, ну как, тоже любительский хоккей, сегодня тоже за онкодиспансер. Я сама врач, потому что у нас братство медицинское. Во второй 20-минутке игроки подарили зрителям еще 5 заброшенных шайб. На этот раз все ворота команды медиков. Нет, у нас нет такой цели, вот именно, чтобы кто-то победил. Мы здесь получаем положительные эмоции. Когда с разными командами встречаешься, по крайней мере, всегда самооцениваешь, на что мы способны, как команда сплоченная работает на результат или на победу. Это очень важно. Да, соперник силен, очень силен. Они тренируются, конечно, давно, у нас всего лишь стаж год, поэтому мы еще потянемся, счет рабочий, пока играем. В заключительном игровом отрезке команда правительства еще 3-жды забила гол в ворота соперника. Игровой счет на табло 9-3 в пользу правительства региона. Но цифры не самое главное в этом матче, уверены игроки. Активно использовать для здоровья провести время гораздо важнее. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шуклев. Республика.